Успел носки-то убрать с подоконника? Что, папа приехал? Ладно. А тут шкаф затенеет. В общем, вот так у нас проходит урок. Мы еле-еле запустили сайт. Что-то у нас с компьютером, не знаю, не получалось сначала. Егор сидит, слушает. Мы его первого посадили. 10 раз спросил, а зачем? А зачем? А зачем меня сюда посадили? Егор, интересно? Там потом в конце задания будет. Это урок математики у нас, значит. Сайт «Российская электронная школа». Миша весь в возмущениях. Ему не нравится сайт. В общем, сказал, что сайт не очень-то интересный. Максимально не оптимизированный. Не оптимизированный, да? Ну, я таких слов не знаю. Вы уж меня простите. Ладно, учитесь. Что, Сергей Витальевич? Урок? Вот надо их по очереди сажать, потому что вместе они не это никак. Это у меня получается, мне, значит, вот математику нужно 3 раза каждого посадить. Это из мелких. Ну, у Леры, ладно, у Леры планшет есть. Миша вечером свои уроки будет делать. На маленький ноутбук я их посадить не могу, потому что там мелко. У них у всех со зрением проблемы. Как выяснилось, у Снежаны тоже есть проблемы. Они, видимо, вот к 7-8 годам начинают проявляться. Ой, братцы-кролики. Жизнь у нас веселая, развеселая. Чем там щелкаешь? Смотри, сломаешь свою кружечку от телефона. Так, Егор, не отвлекаться. Сейчас мне будешь отвечать и рассказывать. Мне-то некогда с тобой учиться, будешь меня учить. Егор у нас уже отзанимался математикой. И теперь мешает девочкам это делать. Да, Егор? А? Я тоже хочу. Что ты тоже хочешь? Я тоже хочу. Ты же первый занимался, сидел. И дольше всех, кстати, сидел. Он так не понял тему. Я не знаю, что делать. Я ему пыталась и так, и сяк объяснить. Он не понимает смысла сантиметра и дециметра. Он вообще не понимает, что это такое. Что такое дециметры? Сейчас будешь смотреть, и мы тебе объясним. Василиса третья у нас идет. Она еще не слушала эту тему. Они проходят тему, у них была десятки, единицы. Это он с грехом пополам понял. А когда в дециметры и сантиметры, он не понимает. В общем, моих ресурсов объяснить ему не хватает. Наверное, мне сначала нужно будет просмотреть несколько уроков и выбрать самый понятный. Тот, что нам посоветовала учитель посмотреть, я думаю, что для Василисы не составит труда, она посмотрит, а вот для Егора и Снежаны это, конечно, вообще ни о чем. Им нужно что-то другое. И вот, смотрите, ему очень понравилось за компьютером сидеть. А сейчас я его посадила писать листочки. Ой, листочки, говорю, слова на листочке писать. Он этого не хочет делать. Ну, так ты не смог их сделать просто-напросто. Да потому что ты не смог ответить. Что нам нужно было, поддаваться? Писать неправильно, это за тебя ответы правильные писать? Так нельзя. Как не ответил, так и все записали. В общем, вот такие у нас реакции. Да. Сегодня за столом у него такие ужимки были. Вообще они меня уже не веселят совсем. Давно не веселят. Кто иногда вот у нас бывает, смотрит. Для начала вроде как улыбает. Но если это сталкиваешься каждый день вот с этими ужимками, то уже понимаешь, что это не... Это далеко не юмор. Вообще не юмор. Что у вас сделала? Нет, только вот, вот здесь люди, здесь не убралось. Здесь писать? Да, продолжай. Нет, со следующей строчки начинай. Не жалей тетрадку, то мы новую, если что, возьмем. Здесь начинать. Егор, иди пиши эти слова. Здесь Егор. Начинать. Да. Егор. А вот ты вчера что мне сфотографировала и отслала? Нет, я сегодня все вместе сфоткаю. В общем, будем фотографировать тетради и отсылать учителю. Кто что сделал?
Егор, иди давай пиши слова. Егор, ты не успеешь. Мне еще Миша пришел на помощь. Он там сейчас со Снежаной математику делает. А что нам сегодня секцию? Вась, нету секции, не будет. Все отменили. Ну, ладно, братцы, давайте дальше учить.